Смотрите, здравствуйте, Надежда. Два персика хасанский подмерзли. Нужно ли обрезать подмерзли ветки или оставить не обрезая? Один из персиков уже дал новые ростки, второй пока не проснулся. Еще раз говорю, значит, что значит не проснулся? У меня есть случай, я этого специально не делаю. У меня все-таки снег хоть 20-30 сантиметров не бывает. А значит, что потом бывало случаи, вымерзали напрочь, когда за 40. Вот. А потом не все, ну, скажем, половина, восстанавливались махом. Так, что значит не проснулся? Это значит, что специально укрывайте хотя бы нижнюю половину. Растите персики так, чтобы они были кустом. Что где есть возможность прижать к земле, ну, чем-нибудь придавить. Вот. Тогда никогда такого не будет, чтобы он вообще не проснулся. Так. Щелкунова. Засохли все цветочные почки на груше. Остались на всем дереве два соцветия. Листья распустились. Какая может быть причина того, что цветочные почки засохли и отвалились? Ой, Светлана, это то же самое, что спросить у врача, самого опытного академика, самого опытного, который 1000 человек разрезал, зарезал, почему у вас болит живот? А болезни сотни тысяч. Вот, ну пусть тут не сотни тысяч, но не знаю я, не могу сказать, какая причина. Я сейчас начну перебирать с того, что это самое. Не, раз не опылили, значит, опылить было некому. И пошло-поехало. Мороз, замерзли и так далее. Но правду я вам не скажу. Всем привет из Москвы. Спасибо, городничий. Вам привет. Виталий, можно по одной рамке определить гепатогенную зону или двумя надежнее? И ГПЗ это быстрее вращение вправо или влево? Так, смотрите. Ой, ну, есть же, даже здесь у меня, не здесь, нет, гостевой уже несколько раз помещал эти же фильмы, но вы их не видели. Ладно, смотрите. Самое. Приближайтесь к человеку. Так, рамки вот так вот. 30 человек. Вот так вот рамки, положительно. Меня видно? Положительное биополе. На расстоянии, может, полметра, два метра, три. У феноменов 3-5 метров. Бывали случаи еще, но там, когда в комнату не влазит. Но это редко, 1 на 1000. Это моя практика. Значит, и только у 31-го будет вот так. Люди с отрицательным полем, причем они ничем от нас не отличаются. Мы-то с вами положительные. А 31-й такой, ну, это объяснить не могу. Так, как ведут себя рамки приближения к гепатогенной зоне? Они, смотрите, ох, а у меня же есть же рамка. Ой, нет, сейчас помню. Ну, как я сейчас это? В принципе, мы их заканчиваем, да? Ну-ка, секунду, я себе найду хотя бы одну. Вот. Может, в последний раз видимся, так бывает. Рамки в деревне. Были бы спицы, я бы сделал бы эти рамки за несколько секунд на ваших глазах. Вот так вот, взял длинную спицу и все, готово. Вот. В руках у кого большое биополе, любая работает. Так вот, приближайтесь к биотогенной зоне. Они, мне все равно, у меня или одна, или две. Потому что они работают, интересно как. Правая идет. Нет, сейчас не так. Ну, лучше фильм посмотреть-то. Ну, как, нет, все навру. Короче, они вращаются в руках. Причем одна в одну сторону, другая в другую. Все, коротко. Есть фильмы. Может быть, кто-то из вас, гостевой, вот кто? Это уже такой случай был. Один раз я размещал информацию. Вот она, информация-то. Что мы сейчас с вами придумаем? Ну, быстро, у меня же такой этот архив, у меня такой архив. Секундочка. Вот он архив. Сейчас я вам покажу ГПЗ.
ГПЗ, вот он, смотрите, я беру вот так вот, на ваших глазах, копирую, вы все это видите, надеюсь, гостевая книга, вот, как попасть в нее, для этого достаточно попасть на сайт, как попасть на сайт, кто уж совсем новички, в Яндексе, в Гугле набираете три слова по-русски, сайт Садовода Железова. Верхняя строчка будет сайт. Теперь смотрите, я вот скопировал. А на сайте есть гостевая книга, вот она. Вот еще раз. Сейчас, а нет, сейчас я закончу. Вот я, вот, видите, скопировал. Вот этот фильм и вот этот фильм. Добавить комментарии. Все, размещены, вот они. Только они тут трудно. Вот один закончился, второй и вот третий. Теперь как попасть на сайт? Вот он. Набирайте три слова «Сад Садовода Железова» или «Железовый ВК» официальный сайт. И вот здесь главное, каталог, фотогалерея, которой нет больше во всей планете, на всей России, это точно. Вот, больше нет такой. Включая тех, которым это самое считают, что я херней занимаюсь. И, наконец, гостевая книга. Нажали. Вот она. Вот. Ну все, с этим разобрались. Ох, теперь надо как-то назад умудриться вернуться. А вот. А, и тут было про одну или две рамки. Для опытных две рамки, одна рамка. Для новичков лучше две.